Итак, всем привет! Мы начинаем наш тур по TGS. Чтобы было понятно, существует две версии. Может быть, кто-то запутался. TGA и TGC. Разница в том, что одна из этих аббревиатур обозначает гейминг-арену, вторая – гейминг-карнавал. И то, и другое представлено компанией Tencent. Tencent – одна из самых влиятельных компаний в Китае. И сейчас мы попробуем вместе с вами пройти по выставке, чтобы вы пропитались максимально, там почувствовали то же самое, что и мы, гуляя по этой выставке. Что, начнем? Миш, пойдем с нами. Можешь посмотреть назад, сколько внимания привлекает Moscow 5 в Китае. Да, попробуем сейчас пройти по всем стендам. Это наш, слово сказать, второй день на TGA-арене. Мы пока еще ничего не видели, кроме того стенда, где мы играли наш шоу-матч. Сзади, впереди точнее, расположен стенд Call of Duty. Очень много разных игр, файтеры здесь, все что угодно вы можете видеть здесь. Ну, пожалуй, пойдем на первый стенд, который посвящен военной тематике. Посмотрим, что интересного есть здесь. Вот и смешные ребятки какие-то. Go, Мишаня. Come on and take your time. Do it right. Release the fear inside. Give up the fight. Come on. Я так понимаю, это что-то наподобие World of Tanks, только чуть-чуть в другую сторону. Сейчас попробуем узнать. У китайцев нет, у китайцев мы не узнаем ничего. Да, есть сложности, честно скажу, трудности перевода. С пониманием того вообще, где мы, что мы, там, начиная от ресторана, заканчивая выставкой, потому что мало кто говорит по-английски, но китайские иероглифы для нас сущая загадка. Что, попробуем? Кто-нибудь будет играть, парни? Попробует пульнуть? Я думаю, тут не понятно, если ты мне расскажешь, как туда зайти. Что, попробуем. Ну, сейчас пепи. 20 секунд до смерти Пеппера. Оказывается, Пеппер умеет играть не только в Лигу Легенд, но и в 3D-шутеры. Так, ну чуть-чуть не справился с управлением. Да слушай, застрял в машине. Давай, все, езжу вот это, а. Чищник, смоек, слушай. Да слышь, петух стреляет. Не к дебилу или сюда иди, слышь, где он? У меня написано дебил или нет? На тебе просто. Да, да, прикладом. О, давай. О, убили все. О, о, надо поменять. Оп, двойче. Оп, калаш. Давай, мне кажется, это свой. Нет, это не свой. Кстати, патронов нет еще, заметил. Не, а, на что перезаряжать? Наверное, надо потратить все, чтобы, короче. Я понял. Да что? Чужой его стреляет. А что все? Чего они все в меня стреляют, конченые? Вообще, ты понял, что ты русский, русского надо убивать. Да я думаю, у меня тут ник не русский. О, вон он, петух, на тебе просто. Надо вылечить его, слышь, вылечи надо. Какого мы стоим? Ладно. Короче. Только что нам хотели запретить снимать, но когда они узнали, кто мы, да, они сказали, делайте все, что хотите. Ломайте эти вертолеты, ребята. Итак, с московской стороны замена. Алексич. Получится ли у него убить хоть одного китайца прикладом? Я убил троих. Пеппер убил троих, причем всех своих. Леша больше врагов. Еще бы научиться, как перезаряжаться. На шину быстро бегать. На шину быстро бегать. Да просто тратить, чуть 5 патронов потратить, короче, и все, перезаряжайтесь. На опыте можно. Давай, все, дабл килл, трипл килл, давай, брат. Квадро килл рэмпэй. Трипл килл, что делать? Э-э-э! Дарьян, будешь стрелять? Давай, next, пошли. Че, пойдемте дальше, к вертолету пойдем?
знаю, как мы будем в них играть. Ну да ладно, сейчас разберем. Так, это что-то другое, это стратегия. Файтинг не должен быть стратегией, нам нужен другой файтинг. Получше какой-нибудь. Гоу дальше. Парни, пойдемте с нами. Вот, видите сколько? Как вы можете заметить, повсюду стоят мониторы BenQ, они везде. BenQ повсюду. Вот игра, Дарья, куда надо идти? Так, а это что здесь у нас такое? Так, ну как мне сказали, в общем, эту игру долго играть. Вот это хорошая игра. VIP. VIP. О, ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, ребята. Фотографироваться будем с ку-ку девчонками? Yes. Ку-ку девчонки. Ку-ку. Говорят, ты нас толпу организовываешь, поэтому надо идти дальше. А это что такое? Чуть-чуть пофотографируемся. А вот этот стенд пользуется особой популярностью. Наверняка это какая-то... Ага! Вот и секрет, это League of Legends. Вот почему здесь так много людей. Интересно, они в курсе, кто сейчас зайдет посетить стенд League of Legends на TGA? Я думаю, все прекрасно узнают этого парня, да, барашек. Вот, ребята, это тот самый-самый барашек, которого мы забираем. Что, кто-нибудь хочет поиграть в League of Legends? Нет? Я думаю, нет. Ну, здесь уже как-то ребята так оживились сразу же. I'm Darien, Воронеж, соло топ плеер. Там все играют. Что, да? Дадут, не дадут? Как они там вообще? Нормально? Тащат? Не тащат. Нафидел, парень. Фу! Блин, сфотографироваться бы с Нашором, но туда мы никак не проберемся. Ладно, пойдем дальше. Баскетбол. Нам не интересен. Нет, это не наша игра. Есть, я вижу, файт. Вы какой хотите? Файтинг с джойстиками, да, чтобы было? Да. Или на PC? Да, все равно. Все равно? Ну... Нет, почему? Бывает. Ну, да. На самом деле тяжело, достаточно, и у нас в России, и, там, скажем так, в Европе нет ничего подобного, поэтому достаточно проблематично. Это игры, к которым мы не привыкли. Из знакомых мы пока встретили только League of Legends. В Китае есть аналоги всего того, к чему мы привыкли, но все эти игры сделаны на их манер, и как бы нам весьма тяжело. А вот это вот уже... Наверное, более понятный формат для нас — гонки. Вот в гонке, я думаю, точно. Ну что, кто будет в гоночке-то, а? Леша? Дарьян любит гоночки. Дарьян. Ну давай, Дарьян, на твой телефон погоняем. Сказал Дарьян, как-то нехотя. Блин, еще... Совсем не айс, то что все всегда, здесь все занято. Очередь, я думаю, мы свою будем ждать очень долго. Но, во всяком случае, хотя бы людям доставим приятное. Вот все так, рядом с ними посмотрим, как они все так рады, да. Постоим, посмотрим. Постоим. Ладно, идем дальше. Мы сегодня, походу, не поиграем здесь ни во что. Что, мы уже поиграли какую-то стрелялку? Похоже на кино. Start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart. Та самая, да, главная сцена, на которой сегодня в 2:30 мы будем выступать. Ну, скажем так, будем говорить напутственные слова, потому что вчера организаторы выставки Tencent Gaming Arena, когда узнали о том, что их выставку посетили Moscow 5,
любезно предоставили нам полчаса для того, чтобы рассказать немного о себе, для того, чтобы перед финальными матчами дать напутственные слова участникам турнира, ну а также немного пообщаться с китайскими поклонниками с главной сцены, обратиться к ним и сказать все, что мы хотим. Вот. Кстати, после этого у нас будет пресс-конференция для многих средств массовой информации. Постараемся записать максимально много, но она будет долгой, но наиболее интересные моменты попадут в видео с этой конференции. Так, куда мы двинем дальше? Дарин, танцуешь «Калинку молитву» на китайский потомок? На сцене, Женя. Прибережем на следующий раз. У меня есть задумка по поводу «Калинки молитвы». Давай танцевать. Че ты за? Ну давай, вперед тогда. Там, пойдем дальше. Окей. Вот там вижу трон для принца. Пошли на трон. На трон мы в любом случае, да, в любом случае нам надо. Да, это тоже очередная ММО-игра, но здесь я скажу так, что из всех стендов, которые есть на этой выставке, это, пожалуй, самый креативный, самый красивый, очень привлекательный стенд. Сейчас я... Дарин, передай, что у него в Воронеже есть такой трон. Дарин, пойдешь? Ну, надо, я думаю, нам в очередь встать. Давайте встанем в очередь, чтобы каждый из вас сфотографировался на троне. Только тут непонятно, это очередь сфотографироваться или это очередь с нами стоит вместе. Дарин говорит, что у него зачем он сфотографируется, у него в Воронеже троны получше. Да, кстати, так, кто не знает, каждый город, в который мы приезжаем, какие бы мы ни видели красивые места, вы всегда услышите одну и ту же реплику от Дарина. Костян. Все то же самое есть у меня в Воронеже. Зачем мы приехали сюда? Зачем мне это смотреть? Это все есть у меня дома. И тогда я спрашиваю, Дарьян, что за таблетки ты употребляешь? Ва-ха-ха. Именно про эти синие шары ты так долго говорил, когда не хотел ехать на буткэмп. Чего? Я его спалил. Потом объясню, что за синие шары. Глаза не настоящие, ох. Мы парочку уже слов, кстати, выучили на китайском. Но нихао это самое простое. Уоши, это меня зовут. Уайни, я тебя люблю. Это тоже легко. Спасибо и так далее, ну так, чтобы чувствовать не совсем себя ущерб. Твои пути не предсказуют. Эй, фай! Эй, фай! Очень позитивно настроены здесь все посетители выставки, они нам крайне рады. Замечательно. Теплый прием, правда, бывает иногда настолько теплый, что они готовы в прямом смысле слова разорвать тебя на части. Как, например, было вчера, когда нам сказали, что, ребята, выберите любого из толпы понравившегося вам фаната и подарите ему футболку с вашими автографами. Эти футболки, в прямом смысле слова, выдирались руками по 5 человек. Как бы, с одной стороны, хорошо, когда поклонники тебя так любят, но с другой... Это немного настораживает. Вот, а вот сейчас вы можете посмотреть на ту сцену, на которой мы выступали вчера. Сейчас уже она не столь оживлена, нет такого количества фанатов, потому что вчера проходили наши шоу-матчи против World Elite и IG. Сегодня здесь все поспокойнее, возможно, она снова оживет, потому что буквально через 10 минут мы будем общаться с поклонниками, проводить различные конкурсы, на которых... Посетители смогут выиграть футболку, либо коврик с автографами всех игроков Moscow Five. Пойдемте с нами на сцену, посмотрим, как это выглядит, как выглядят компьютеры. Ну, здесь все достаточно просто, 4 посадочных места, чтобы одновременно могли сидеть 4 команды, пока одни настраиваются, другие играют и так далее.
надо было спрашивать меня. Я бы рассказал бы о том, кто, когда и почем. Нам задают вопросы, на которые мы не можем ответить, и нам нужен переводчик, который играет в сломанный телефон. И я думаю, все, что будет сказано перевернуто. И не китайцы, ни мы сами ничего не поймем. Something to your audience present here. Wait for a moment, please. Okay, we have other presents. Oh, it's amazing. How amazing! 我都没有办法讲出来告诉你们这个是什么了。这个是我们英雄联盟的典藏包啊！珍藏版的典藏包，好沉好沉，而且呢，上面还是我们 V5 战队多人的签名，对不对？哇塞，好珍贵啊！ OK， 他们怎么就不提前跟我们打声招呼？队长，来再挑选两位好不好 ？OK， 挑选再选的两位。OK， let's all captain the next two persons。哇哦，好幸运，好幸运。OK。哦，哎，让其他几个人情何以堪呢？关键是他刚刚旁边还站着一位男士。OK， 哇，英雄联盟。对对对，英雄联盟感动无处不在。好，还有一位，还有一位，而且麻烦成员进行选择。那этом, пожалуй, мы закончим наш сюжет, посвященный Tencent Games. Это самое удобное место для ведения трансляции, для ведения репортажа. Увидимся с вами в Лас-Вегасе. Папику просто. Да, а теперь напоследок все вместе. Трон, он большой, и на этом троне должна сидеть команда, а не один человек. Тут такой царь воронежский. Сейчас сгонит всех просто. Сейчас он такой ляжет просто на всех. Пожалуй, это один из самых радушных и теплых приемов. Спасибо Китаю за это.